Привет, друзья! Я, знаете, вчера совершенно замоталась и забыла, что мы с вами должны разыгрывать конкурс. Давайте вот сейчас все будет в реальном времени, чтобы вы не думали, что я что-то там выдумываю, или перематываю, как-то повторно выбираю победителей. Так, вот я копирую ссылку. Сюда мы вставляем и нажимаем. Сейчас он выберет нам первого победителя. Очень, так, что-то думает, думает, очень долго думает. Или завис. Нет, думает. Чтобы вы там не думали, что я как-то выбираю того, кто мне больше понравится, или что-нибудь в этом духе. Все вот сейчас в реальном времени. Вы видите, у меня здесь время. 12:56, понедельник. Вот. А что вам рассказать? Еще такое, пока он выбирает. Очень странно, как-то он загружает это все очень долго. Ой. Даже не знаю. Чтобы такое вам рассказать, чтобы это не было тишиной и ожиданием. Так, ну, не знаю, что с ним происходит. Он ничего не делает. Давайте тогда перезагрузим. Или сделаем проще. Сделаем вот так вот. Вы не обижайтесь, что вы слушаете тишину. Просто мне нужно, что, ну, как я не привыкла говорить и при этом снимать. Так, копирую. Вставляем. Нам нужно выбрать двух победителей, двух мужчин, которые поехали. Итак, опять у нас выигрывает Анна. Так, сейчас мы ее. Ну, с Анной я свяжусь, потому что мы с ней уже виделись. И давайте второй раз. Та-да-да-там! Ура! Поздравляем Алекса, который совершенно не надеялся выиграть. Единственное, что хочу сказать, ну, с Анной, я думаю, что я свяжусь, и в ближайшее время мы с ней снова увидимся. Также победителей, собственно, Анну тоже и Алекса, я прошу мне написать либо в личных сообщениях, либо ВКонтакте. Обхват своего запястья, на котором вы будете носить этот браслет, чтобы я выбрала, какой вам больше по размеру подходит. Вот. И, собственно, поздравляю победителей. Обязательно участвуйте еще. Скоро будет новый конкурс. И что могу сказать еще? Поздравляю. Не стоит отчаиваться, как вот Александр не надеялся, а все-таки выиграл. Так что всегда участвуйте, всегда как бы верьте в свою победу, и наверняка вам повезет рано или поздно. Еще раз поздравляю и до новых видео. Увидимся. Пока-пока.